Здравствуйте, дорогие девочки! Сегодня я хочу по вашим многочисленным просьбам рассказать и показать вам, как я создаю свои первоцветы. У нас в Беларуси этот цветок называют подснежником. Хотя правильное название этого цветка – ветреница дубравная, либо ветреница лесная. У нас в стране этот цветок внесен в Красную книгу. Но все равно хочется радовать себя такими прекрасными первоцветами, и я создаю их для себя из фоамирана. Я вам покажу и расскажу создание одного цветка с листиками, ну а вы уже потом сможете собрать для себя целый большой букет. И либо посадить его в кашпо, как будто бы он у вас растет на подоконнике, либо оформить корзину, вазу, это уже будет полет вашей фантазии. Работать я буду, как всегда, с шаблонами. Свои шаблоны я сделала из натурального цветочка. Я его разобрала, чтобы он был более правдоподобный, и сделала себе шаблончики. Вы же сможете взять мои шаблоны под видео, распечатать их в формате А4 и пользоваться. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы, наверное, изготовление нашего цветка с изготовления, собственно говоря, серединки, пестика и тычинок. Для создания нашей серединки нам понадобится дрот. Хочу сразу заметить, что длина нашего дрота будет являться, собственно говоря, длиной нашего стебелька. Поэтому заранее для себя решите, какой высоты вы хотите свои цветочки. Дрот можно взять толщиной 0,7, 0,8, 0,9, но не более. Более уже будет многовато. Итак, вы для себя решаете, какая высота должна быть ваших цветочков. Отмеряете, отрезаете и работаем дальше. Нам понадобится термоклей. С помощью термоклея я буду создавать основную серединку своего цветка. Наношу капельку термоклея. Совсем чуть-чуть закругляю ее. Вот смотрите, какая она получается. Она небольшая, 2 мм, наверное, и оставляю ее пока просыхать. Что касается тычинок самих, я работаю всегда с готовыми, мне это удобнее, это экономит мое время. Я использую тайские тычинки, капельки. Можно в этом цветке можно использовать как на желтые нити, вот с такими вот желтоватенькими кончиками, капельками. Можно вот такие вот цвета шампань и тоже с капельками такого же цвета. Можно на белые нити просто капельки желтенькие. Это уже как вам больше захочется. В природе они бывают разнообразные. Поэтому, как я уже сказала, я работаю с готовыми тычинками и покажу, как мы будем собирать наш цветок дальше. Ну вот, пока я вам рассказывала про тычинки, наша капелька подсохла. Сохнет она достаточно быстро, становится тверденькой, аккуратненькой. И сейчас нам нужно ее немного затонировать. Если вы делаете объемную работу, то можно затонировать ее масляными красками. Если вы делаете не очень объемную, не очень большую, можно воспользоваться масляной пастелью. Я вам покажу сейчас на примере масляной пастели. То есть я вот так вот мелком просто ее всю покрываю. Поскольку термоклей прозрачный, он очень хорошо впитывает в себя вот этот мелок. То есть потом мы его покрыли, растираем пальчиками, и он у нас приобретает такой зеленоватый оттенок. Еще раз повторюсь, что если вы планируете сделать большое количество цветочков, то, конечно, можно
развести масляную краску и покрасить масляной краской. Но ради маленького количества, как в данном случае я делаю 1, либо 5, не стоит этим заморачиваться, достаточно будет и масляной пастелью. Вот, вы видите, она у меня такая стала зеленоватая. Не знаю, видно ли вам теперь. Вот. Для сравнения я покажу вам просто капельку и затонированную капельку. После того, как мы нашу капельку затонировали, нам нужно будет прикрепить к ней тычинки. Делать я это буду тейп-лентой. Тейп-лента нам нужна не широкая, а толщиной 0,5. Но поскольку у меня такой нет, я буду разрезать единичку пополам. Беру тычиночки. Они у меня двухсторонние. Это очень удобно. Складываю пополам. Беру свою серединку затонированную. И прикладываю тычиночки. Тычинки должны быть выше на миллиметров 5, чем сама вот эта зелененькая наша серединочка. То есть берем и обматываем тейп-лентой. Просто чтобы схватилось, сразу много не обматывайте, просто чтобы у вас схватилось. Вот такая серединочка у вас получается. Нам осталось еще немного поработать с нашей серединкой. Вот эту нашу капельку, которую мы с вами тонировали, нам нужно обработать ее еще микрофлоком, чтобы придать вот эту пушистость ворс нашей серединке. Для этого нам понадобится либо клей ПВА, либо, как у меня в данном случае, латексный клей. Понадобится микрофлок желтый. И будем наносить. Как мы это делаем? То есть я беру кисточку, немного наношу клея на серединку и чуть-чуть у основания своих тычинок уже готовых. Беру вторую кисточку, микрофлок и наношу. Чуть-чуть, чтобы он схватился. Я не знаю, передает ли камера. То есть совсем чуть-чуть он обволакивает нашу серединку, делает ее более пушистой, не такой глянцевой. Ну и на этом работа именно с серединкой у нас закончена. Мы можем оставить ее пока в сторонку сохнуть, чтобы наш микрофлок хорошо взялся и просох. А теперь мы приступим непосредственно к созданию самого цветка. Мой цветок будет состоять из двух вот таких вот трилистников. У ветреницы дубравной 6 лепесточков, и состоят они лепесточки из двух трилистников. Я беру шаблон, а в данном случае я опять-таки пользуюсь китайским тонким фоамираном. Его толщина 0,5 мм. Почему я им пользуюсь? Потому что в данном случае это, наверное, сам наиболее выгодный вариант, поскольку я не буду обрабатывать свои лепесточки цветка на утюге, а буду перетирать их только пальчиками. И такой нежный и тонкий
Померан для этого более всего подходит. Если же вы будете делать свои цветочки из другого померана, иранского, корейского, у вас они тоже будут хорошо смотреться, но придется немного потрудиться, подольше перетирать их, чтобы они стали мягче и живее. Итак, я, как всегда, складываю фон вдвое. Перекладываю свою заготовочку, обвожу и вырезаю. Поскольку фоамиран у меня сложен вдвое, у меня сразу получается 2-3 листника. То есть, грубо говоря, сразу готовый цветок. Вырезаем. Вот такие 2-3 листника у меня получаются. Сейчас я беру и пальчиками перекручиваю каждый лепесток. Поскольку фоамиран у меня тонкий, очень хорошо с ним работать. Он быстренько перекручивается. Потом, после того, как я перекрутила, я расправляю аккуратненько. Вот так. Вот такой вот трилистник должен получиться. Точно так же я поступаю со вторым трилистником. Перекручиваю каждый лепесточек в отдельности. И расправляю. Потом, когда мы уже будем формировать сам цветок, мы еще немного придадим форму нашим лепесточкам. Я бы, конечно, советовала все-таки использовать вам тонкие, либо ультратонкие. Можно даже, наверное, попробовать воспользоваться шелковым фоамираном, если у вас нет возможности приобрести китайский. Из него цветочки будут более живыми. Вот такие три листники у нас получились. Лепесточки наши готовы. Наша серединка уже просохла, микрофлок взялся. И сейчас мы можем приступить непосредственно к сборке нашего цветка. Собирать я его буду на каспофен. Вы же можете собирать его на любой другой секундный клей, с которым вам удобно работать. Как я это делаю? Берем один трилистник, прокалываем его посерединке. И аккуратненько протягиваем к основанию. Берем второй трилистник, точно так же прокалываем по серединке и аккуратненько одеваем его. Наши лепесточки должны быть в шахматном соотношении друг к другу. Вот что у нас получается. И закрепляем у основания. Наносим клей. Лучше это, конечно, делать зубочисткой, либо чем-нибудь еще, чтобы не испачкать пальчики. Вот такой вот цветок у нас с вами уже получился.
Оставляем наш цветок пока в сторонку и будем заниматься листиками. Листики у меня опять-таки шаблоны разного размера. От маленького, маленький, средний и самый большой. Я беру, для листиков я как раз таки беру уже иранский фон. С ним будет удобнее работать, чтобы он не был очень мягкий, чтобы листики держали свою форму без дополнительного укрепления. Итак, берем фоамира. У меня это темно-зеленый иранский фон. Беру свои шаблончики, обвожу и вырезаем. Мы вырезали наши листики. И сейчас нам нужно обработать их на молоте. Для работы я беру вот такой вот молот, лист хризантемы. Вот эти вот прожилочки, вот этот вот район такой небольшой, наиболее точно подходит для моих листочков. Обрабатывать наши вот эти вот листики я буду каждую вот эту секцию в отдельности. Я беру утюг разогретый, прикладываю, разогреваю и прижимаю к молду. Вот что у нас получается. Каждую секцию в отдельности у самого краешка молда, где самые мелкие прожилочки. Аккуратненько. И последний. Видите, у меня серединка получается немного смазанная, поскольку я каждую секцию в отдельности отжимала, поэтому я нагреваю быстренько серединочку и прикладываю к серединке. Вот такой вот листик получается. Точно так же мы обрабатываем и маленькие листики, тоже каждую секцию в отдельности. Сколько листиков вам понадобится на один ваш цветок, решать вам. Можно 2-3, можно 2 маленьких, можно один большой. Это уже полет вашей фантазии, как вам захочется. Но, тем не менее, мне кажется, что будет хорошо, если на каждом вашем цветочке будет хотя бы один листик обязательно, чтобы не было, что в букете будут голые цветочки. Пышность зелени придаст вашему букету хороший такой красивый объем. Вот такой вот маленький получается. Утюг нам больше не нужен. Убираем его в сторонку, так же, как и мол. Нам сейчас нужно наши вот эти листики затонировать. Тонировать я буду их 232 пастелью. Своей любимой. Она у меня вся уже в таком поломанном состоянии. Итак, берем губку, берем 232 пастель и тонируем. Тонируем на прожилочках, очень хорошо они выделятся, очень хорошо будет видно. Тонируем вдоль прожилочек, то есть поворачиваем свой листик и тонируем вдоль, чтобы не терялся наш рельеф наших прожилочек. Ну вот, ушла наша глянцевость, появились наши прожилочки, более они такие светлые, не знаю, передает ли вам камера. А точно так же мы поступаем и с нашими маленькими листиками. Вот наши листики готовы. Нам осталось совсем немного поработать с нашими листиками, и мы сможем собрать наш цветок. Нам нужно к нашим листикам с обратной стороны приклеить литон.
Не длинные литоны берем, поскольку на наш, чтобы они нам потом не мешали, когда мы будем собирать наш цветочек. Я буду собирать на космофен. Вы можете на любой другой секундный клей собирать. Берем наш друд, берем наш листик, макаем немного друд в клей и прикладываем. Берем то, чем мы прокатываем, чтобы не испачкать пальчики. И оставляем подсыхать. Точно так же мы делаем и с маленьким листиком. Вот что у нас получается. Мы клеим наш друд где-то чуть выше серединочки, не начиная от основания, нам это не нужно. Теперь нам осталось немного оживить наши листики. То есть мы аккуратненько пальчиками немного подтягиваем, придаем им волну, чтобы они у нас не были просто вот такими прямыми, топорными. Каждую нашу секцию аккуратненько, старайтесь не порвать фон, чувствуйте его под руками, не тяните, не спешите. Вот, видите, он у нас уже ожил, стал совсем другим по сравнению вот с прямым, то есть этот уже стал живой. Точно так же мы поступаем и с маленьким. Аккуратненько. Маленькие они очень нежные. Вот такие вот листики у нас с вами получились. И сейчас мы можем приступить с вами непосредственно к сборке нашего цветка. Сейчас мы сразу поработаем со стебельком. Смотрите, поскольку мы прикручивали наши тычинки, у нас здесь получился переход вот такой. Мы будем его закрывать. Сейчас мы уже не будем разрезать петленту. Берем, начинаем обкручивать вот как раз-таки вот для этого перехода, чтобы его убрать. И обкручиваем наш стебелечек. Если переход еще все-таки заметен, обкручиваем еще раз, чтобы убрать этот переход, сделать его плавным и неявно выраженным. Вот, видите, переход ушел. Теперь я беру опять-таки 232-ю пастель и немного наношу ее у основания и прокручиваю пальчиками. Поскольку у подснежников нет чашелистиков, мы просто немного затонируем. Пальчиками, это не обязательно делать губкой, просто пальчиками. Вот что у нас получается. Теперь беру трип-ленту и начинаю обкручивать уже от основания. И теперь будем формировать цветок. Я беру листик. У подснежника остаются стебелечки. Я прикладываю, чтобы у меня оставался стебелечек из друта. Как раз таки очень хорошо, что это из литона. Литон как раз по цвету подходит. Не нужно его не обкручивать, не тонировать. И прикручиваю
свой листик. Много, если вы сделали длинные ножки, как у листиков, так как вот в данном случае у меня, мы это убираем. Нам они не нужны. Очень длинные, они нам будут мешаться. И беру еще один листик. Перекладываю и обкручиваю. Опять-таки можно убрать лишнее. Беру еще тейп-ленту. У меня здесь виден переход из-за литона. Прокручиваю. Беру пастель, провожу ей по стебелечку и тонирую его. Не бойтесь, это скроет все переходы, все какие-то неровности, если они у вас получились. Убираю ненужное и закрепляю. Вот такой вот подснежник, вот такая вот ветреница дубравная у нас с вами получилась. На этом я закончу свой мастер-класс. Надеюсь, вы нашли в нем что-то для себя полезное. Создавайте свои букеты. Я всегда очень рада, когда вы показываете мне свои работы. Мне очень приятно. Когда вы будете формировать свой букет из подснежников, вы обязательно наклоняете свои цветочки в стороны, поскольку чтобы они не стояли у вас прямо, просто как столбики, а имели букет имел форму, как живой цветок. На этом я свой мастер-класс заканчиваю. Творческих вам успехов и хорошего дня!